Вот Юля меня зовет. Сходим к ней. Пока там болтаешь, люди пропустят вас. Вау! Вот. А внизу-то что, ребята? Вот это красота! Большая рыба плывет. Сейчас, если кто-то повернул видео на нас, вы не смотрите, смотрите туда. Да, у нас просто открыты рты, потому что там столько рыбы. К стеклу вообще прилипло. Нормально. Это синий карарик красиво. Это черный рыба шоколад. Если попытаться разглядеть, то можно увидеть Нурена ночью. Сейчас, наверное. Коралл, конечно, потрясающий. Завтра, по-моему, у нас есть свободный день, поэтому надо попробовать нырнуть еще раз. Вот в том и щели живут мурены. Не, наверное, мне сказали, подошли и сказали. И в том ущелье живут мурены. Красота? Да. Давай сюда, малышка. Вкусно, рыба вам бывает красиво. Вкусно? Да. Ты это рыба на джинине жували. Золотая рыбка. Маленький. Рыба носорог. Рыба носорог. Иди на ту сторону. Ты
Что, Юр? Тут рыб гораздо больше, чем в Хургаде. Но вода намного мутнее, чем в Хургаде. Там, была, там была прозрачнее, но рыб было меньше. Главное, что прозрачность так красиво все сняли. Какой вывод? Ну, все-таки, мне кажется, надо здесь. Здесь? Именно рыб посмотреть. Да. Здесь. И, наверное, ехать. Мы поехали во второй половине дня, поэтому не очень. Надо было ехать в первой половине дня, да. И вода была бы прозрачна. Да, кстати, ребята, то, что дороже, ничего страшного, потому что реально здесь все богато. Это того стоит. Очень богатый подводный мир. Тем более, глазами все видно отлично, плохо видно только на камеру. Поэтому, если вы просто для себя, то, я думаю, вам все очень-очень понравится. Смотрите, какие желтые рыбки. А под нами-то целый рыбье царство. Ну, темновато для моей камеры. Для всех камер темновато. Еще и стекло преломляет, поэтому не очень получается. Да, ну рыбок очень, ребят, много, всевозможных цветов. Кораллы очень красивые. Да. Солнышко сейчас светит. Здесь прям коралловые стены, да? Там мы как бы над кораллом плыли, а тут мы между вот этими стенами плывем. Очень круто. Но, ребят, скажу так. Кто увлекается этим, конечно, лучше всего ехать на снорклинг и дайвинг. В заповедник Росмухамед. Это самый-самый красивый здесь заповедник подводного мира. Поэтому, если вот вам вы увлекаетесь, езжайте туда. Там должно быть, наверное, 500 миллионов раз красивее. Смотри, какой толстый коралл, интересно, да? Ага. Как хобот у слона. Такая большая плывет, видишь? Нет. Вон там. Вон внизу. О, ты что, точно. Огромная, просто рыба-лошадь. Рыба-лошадь? Огромная, правда. Ты прикинь, сколько в ней рыбы поместилось? Ага. Там какая-то странная рыба в виде головастика. Вон там. О, смотрите, целую. Сейчас проплывем прям рядом-рядом с кораллом. Ой, блин, да, психологически кажется, сейчас будет. Он очень красивый. О, как на солнышке, смотрите, ребят, как красивый спринц. Вот он, Египет со своим Красным морем. Да. Те, кто подайвит в Шарм-эль-Шейх, Шарм-эль-Шейх. В Хургаде не так. Но тоже красиво, очень красиво. Но не так. Ну что, хватит, наверное, писать для наших гостей, для наших зрителей? Гости. Ну, давай, если что-то прям еще новое увидим, мы покажем. Медуза проплыла. Вот такая, ребят, лодка небольшая. В принципе, места всем хватает. Окон много. Да, окон много, места хватает. В этой экскурсии не было дайвера, который вас привели снаружи. Но зато было столько рыб, что и дайвер. Скажем честно. Классные лыжи, там у нас была. Классные лыжи, там у нас была. Классные лыжи, там у нас была.
Вот встретили подписчиков наших. Говорят, познавательный канал, все очень круто. И нас снимают заодно. Вот с другой стороны от меня. Очень приятно. Смотри, рыба человека. Да, говорят, вот две рыбы человека плавает. Вот такая лодка. Хороший туалет. Достаточно хороший. Солнце светит прямо в глаз. Ну вот. Вода-то, кстати, прозрачная, как и в Хургаде. Только стекла у лодки очень грязные. Печально. Да ладно. Пойдем сходим к капитану. Sorry. Что-то говорят сейчас... Сейчас говорят подготовиться. Что-то. Окей. Снова задача, да, для зрителей? Да, куда ты с одной стороны, я с другой стороны. Смотрите на меня. Что на Сашку смотреть? Он в очках и борода. Хотел зайти в кабину капитана. Что, не пустили? А, не отпустили, сейчас пустят, сказали. Там что-то не готово, что-то уберутся. Абсалма, сазнек оптон. Гиблек лот даша мокел димари. Давайте, брат. Вот он, капитан, такой серьезный. Кабу зизу. Капитан, not smile. Yes. Вот так вот крутимся. You say look? No? Yes. Yes. Говорит, он все эти места уже знает, несколько раз плавал и... It's our cabina for the captain, but it's here as manual. He tells that he really enjoyed to look how work captain. Because when you're outside, you're not see the work because it's very hard work before between corals. Yeah, as you know, it's manual. There is no any screen for him to see the corals. Just he imagine he can think how far between the ship and the corals, okay? And he make a good distance between corals. Yeah. Yes, it's And it's manual. It's no there is no machines. Yep. Yes. He has a hand to bring it left to inside. Вот то, что мы проходили кораллы с вами, да, ребята, я вам говорила не раз, как это искусство. Это все делает человек. У него не техника, которая за него это, он все это делает на глаз. Да, причем я у него спросил, а кошки и смотрят сюда, он говорит, да, он говорит, я не смотрю, я это все помню. Good luck. It's okay. Deal with it. Deal with it. Thank you for your work. You're welcome. Yeah, enjoy your time. If you need a toilet, we have two toilets. Yes, over there. Okay. And we have a water and also drink as well. Okay, nice thank you so much. Ну, крутенько, ребят. Очень крутенько. Сейчас делал поворот, и вы можете полюбоваться красотами Шарм-эль-Шейха с одной стороны. На самом деле, полтора часа плавать, наверное, это очень долго, да? Потому что всем людям уже надоело, и все поднялись. И все наверху. Да, но я говорю, здесь нет остановки для снорклинга, но вот больше дают возможность посмотреть рыбок. Разные. Мы с Сашкой уже все посмотрели, пересмотрели, и уже все сняли и поднялись. Обычно мне вечно времени не хватает, всегда хочется еще. Потому что если вам я буду показывать так же долго, как мы плаваем, вам просто надоест, вы выключитесь.